Привет всем! Сегодня у нас обзорчик лодки. Будем запускать ее здесь с Траксосом М41. Оба сейчас на 4S, потом поставим, конечно, на него 6S. Система стабилизации, кстати говоря, ее надо вырубить. Поставили приемничек новый системы стабилизации, и сейчас я это дело пока выключу. Хотя опасно без системы стабилизации ездить. Она выключена. Потом включим. Да. Потому что не хочется переворачивать лодку, плавать холодно, только к спасателям идти. Не особо, конечно. Хорошо забрызгивает. Не, 6S, я думаю, надо на нее. Вот полный газ, как бы, скорость. Давай с Траксосом заедем. Выгоняй телегу. Сейчас оттуда стартанем, сейчас как раз усядется чуть-чуть. Прямо с, не с хода, а снизу прямо. Потом можно с хода попробовать. Так, Drag Racing М41 и Velocity. Раз, два, три. Оба на 4S. Ты смотри, прям одинаково идут. Неплохо. Давай схода. Да, оттуда, туда и сейчас схода. А эти игры выкидывай. Если такие же поставил, выкидывай эти зиппи, все. И в трофеи их, и все, прям помечай. А мы пока на нормальных погоняем. Не, прикольная, достаточно послушная монолодка. Стабильная. Ну, сейчас такая гладь тоже хорошенькая. Но на 4S, говорю, на стоковом винте вообще. Достаточно скучно. Если вы умеете ездить, вам хочется уже что-то больше. Ой, сейчас сяду, чувствую. На глиссер выходит одинаково с М41. Также присутствует задний ход. Давай чуть еще. Давай. Газку дай чуть. Вот. Раз, два, три. Но у тебя акумы вообще все мертвые. Вот тебе. Что-то с Траксосом. Это не что с Траксосом? Я шестерки новые поставил. Шестерки сейчас? Ну, тройки. Ты, тройки. То есть ты сейчас хотел меня напрямой? Опять, да? А сколько М41 на 4-то? Не помнишь? 58. Так, вода есть, вон, видишь? Все тут попадает, и вон она плавает. Так что это все ерунда. Вот это вот стоковый. Даже... Учитывая, что мы заклеивали, сейчас давай выльем через супер отверстие. О, Траксоса есть такая?
Конечно. Где она там? Немного, конечно. А, ну там дырки подкорка, нет, сливной нет. Сливной нету. Проверим ваши зиппи. Вот уже едет весело, конечно. Вот это я понимаю, скорость. Сейчас максималку сразу дам. Я думаю, замерил. Давай, драк, что уж делать-то. Онба, онба, сейчас посмотрим на онба. Два, три. Давай! Я думаю, одинаково. Давай еще, давай подальше. Ну что, я летит над волнами, а моя четко прям на глиссере, а у тебя уже взлетает. У тебя уже на винте залипшая, да. Давай, раз, два, три. Делает Траксус, да. Чуть-чуть начинает уходить. Траксус уходит. Да, давай, быстрее. Прям сразу. Давай, раз, два, три. Да, Траксус быстрее. Траксус быстрее, сейчас у него флаг только отлетит у Траксуса. Кстати, мешает. Что, все готовы? Сейчас всех обрызгаю. Смотрите. Вот на шести баночках вообще круто. Боюсь перевернуть только лодку. Не очень хочется, поэтому аккуратничаю. Смотри, столб-то какой, 3 метра. Вообще просто. Жесть. Все, флаг от скорости. Перевернул. Ну что, давай Траксусом. Давай попробуем Траксусом чуть-чуть. Плавненько. Блин, прям вообще чуть-чуть так. Ветер еще туда, да? Давай, я, блин, максимум. Пойдем посмотрим. Так, а что, воды-то не набрала, а почти. То есть даже переворот не особо повлиял на это. Давай вытащим. Что-то туман откуда-то. Только кнопки не нажимай. Сейчас все сбросишь. Так, это текущая. 70 максималка. На Траксусе. Глянешь на Траксусе? У тебя супер закладка есть. То есть не летит особо. Ну давай 80 покажешь, достаточно идеальные условия. 60, да? Ой. 71. 71, это именно. Спартан 74, по-моему. А это 70, да. Вот, ну, в общем, владитель фигня, в любом случае нужно закрывать, при перевороте лодка не утонет и особо даже не затопила ее. Затопила ее так же, как и при обычной эксплуатации, в общем-то, ни о чем. Но монолодка рвет хорошо, но опять же, наверное, я думаю, Траксус такой будет более стабильный, а это как-то слишком... Нет, не Спартан, а я имею в виду М41. Все-таки такая больше для таких покатушек, чтобы не переживать, что ты ее перевернешь. А это все-таки на такой фигне перевернулось. Это мне не очень понравилось. Летний пуск. Летний пуск, чтобы можно было сплавать. Чтобы можно было поплавать. Да, и все.
Вот. Но прикольная крышка, то, что она закручивается. То есть ее потерять, мне кажется, нереально. Все-таки по резьбе не выкрутится. Но остальное в целом прикольное. Ты кнопку-то нажал на ней? Блять. Ты аккумы включил? Аккумы, да, а кнопку не нажал. А кнопку выключал? Нет. Я не выключал кнопку. Ты что, не проверил лодку-то? Я так вот это дает, а. Коря был, наверное, да. Бин пендалический, видал? На тракции пластик. Красавчик, что сказать. Попал на подкраску в лодке. В желтый. Там недорого, как пара элементов на машине. Вот у него зашкаливает иногда, начинает шкалиться. Да? Не, Вань, не надо. Дима установил справедливость и сделал на 100 баксов ее дешевле. Одним движением курка. Винт погнут. Винт погнут.